Меня зовут Зет. Вы приглашены как лучшие из лучших. Морская пехота, ВВС, тюлени, рейнджеры, полиция. Мы должны отобрать одного. Вам предстоит пройти ряд простых тестов на координацию, наблюдательность, выносливость. Я вижу, у вас вопрос? Да, простите, может, вы уже говорили, но зачем нас собрали? Сынок? Младший лейтенант Джек Дженсен, Вестпойнт. Отличник учебы. Нас собрали, потому что вам требуется лучший из лучших, сэр. Что смешного, Эдвардс? Ну, этот ваш капитан Америка. Самый лучший из лучших, сэр. Отличник. Не знает, в чем дело, и радуется коту в мешке. Разве не забавно? Хотя никто не смеется. Ладно, приступим. Так удобнее.